Впервые в республике состоялся фестиваль «Студенческая весна», который собрал талантливых студентов. Мероприятие проводилось на базе Индустриально-технологического колледжа. Смотрите подробности. Фестиваль «Студенческая весна» стартовал впервые, но уже заявил о себе ярко и многогранно. Жюри, зрители и болельщики с первых минут наблюдали творческий запал выступающих студентов. Я желаю всем участникам удачи в каждом конкурсе. Желаю побед не только на конкурсах такого уровня, но и побед в целом в жизни, во всем, за что бы вы ни брались. Я желаю вам удачи и больших свершений. Студенты демонстрировали свои таланты в следующих конкурсах. Фольклорный национальный танец, бальные современные танцы, авторская сольная академическая песня, дуэт и КВН-визитка. Это у нас вводный такой фестиваль. Мы хотим его сделать ежегодным и, естественно, каждую весну находить новые таланты. Сегодня у нас участвуют 7 команд. Эти команды у нас учебные заведения города, 5 колледжей и 2 высших учебных заведения. Каждая команда подавала свои заявки. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то, соответственно, играет на музыкальных инструментах. На самом деле, мы впервые участвуем в ней, нам очень нравится. Мы не пожалели о том, что пришли сюда, мы очень рады, что нас пригласили. Также после карантина это первое наше выступление, можно сказать. Мы очень долго готовились и надеемся, что вам понравилось. Хоть у ребят и присутствовало волнение перед выступлениями, но поддержка зрителей и друзей создавала дружную и позитивную обстановку в зале. Все участники, помимо медалей и кубков, приобрели опыт, мастерство, новые знакомства и впечатления от фестиваля. И надеются, что студенческая весна станет ежегодной. Альбина Курачинова, Кенжева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.